Смотрите, 4000 населения, смотрите, какой фонарь красивый. Необычный, да? Посмотрите на тротуар, посмотрите на разметку. Разметка. Вон, для инвалидов места. Для велосипедов места. Для сбрасывания книг. Там такая вот горка, такая, она попадает на внутрь ящика. Посмотрите, вот это все. У вас такого нет. 4000 населения. Вы все говорите, есть, и смотрите, что там еще рассказано там про этот город. Вон церковь. Видите, она не современная, конечно, но там все равно под парковкой все разлинейно. Вот современный почтовый ящик. Не то, что у вас там какая-то хуйня. Я все время смотрю, думаю, в шоке. Как вы живете, как будто не перешагнули даже в 20 век. Прикольный автобус едет. Смотрите, дорога. Все есть, дорога есть. Смотрите, какие красивые дома стоят. Называется какой-то Unitarian Church. Вон там, видите, дом. Видите, справа. Он весь в солнечных батареях. 4000. И поверьте, там достаточно денег, чтобы... А, это даже, между прочим, пожарка. My God, это пожарка. 4000. Покажите мне ваши пожарки, 4000 населения, а? Давайте. С солнечными батареями.